Валерия Цаплина, ЧВСМ, победила в первом забеге. Внимание. Стартовали участницы второго забега. Четыре забега будут проведены в беге на 400 метров у женщин. И завтра финал. Финишная прямая. Полина Федорцова победила во втором забеге. Внимание! На беговой дорожке третий забег. Анна Попова, ЧВСМ, выиграла третий забег. Заключительный забег женщины 400 метров на беговой дорожке. Кристина Федорова, ШОСМ, победила в заключительном заседании.